Царю Небесный. Царю Небесный, утешителю души истины, и же бездесы, и все исполняя, сокровище благих, и жизни подателю, приди все несяны, и очистены от всяких скверны, и спаси Боже души наши. Господи, благослови нас через Слово Твое Святое. Аминь. Сегодня у нас тема освещается, мы решили осветить ее, о жертве. То есть предложила вот Катя как раз Тинникова, предложила сегодня эту, как говорится, тему. Ее решили во свете Библии осветить, привести житейскими примерами, к чему она относится, к кому относится это слово «жертва». В первую очередь, конечно, мы видим это все начинается с Ветхого Завета, что приносится жертва. Как приносит Каин, Авель приносит жертву Богу. Потом в дальнейшем все это проходит в течение всей нитью на протяжении всего Ветхого Завета. И все это указывало на Христа. То есть ягненок был, приносился в жертву. И в Новом Завете вот мы видим разные места Писания, которые относятся к этому. Вот 1 Петра. Вторая глава, 5 стиха, с 4. «Приступая к нему к камню живому, человеками отверженному, но Богу избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». То есть в чем заключается наша именно жертва? Так, чтобы приносить духовные жертвы. В чем они заключаются, духовные жертвы? Кто как может рассудить это местописание? Я думаю, в первую очередь, отвержение себя. Как Господь сказал одному юноше, который подошел к нему, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Он сказал, следуй за мной. Это означает, надо отвергнуть себя, взять крест свой и пойти за Христом, возложить на алтарь Господу всю свою жизнь, верить Ему, довериться Ему, вот, услышать призыв Божий и принять его и исполнить. В первую очередь это показали нам святые апостолы. Удивительный пример, когда Господь к ним подошел, призвал их, и они оставили все. Написано, они оставили сети, оставили все свои житейские дела и последовали за Господом, доверились Ему. И завтра мы вспоминаем память первоверховных апостолов Петра и Павла, которые именно показали нам этот пример жертвенности, великий пример, как много они потрудились для Господа. Они искали не того, что угодно им, а того, что угодно Иисусу Христу, как пишет апостол Павел в послании Филиппийцам.
Вот, и были верны до конца, даже до смерти. Ну а в наше время в чем заключается наше, вот какие мы жертвы можем принести? В первую очередь это касается дела благовестия. В наше время, время развития цивилизации, разных технологий, комфорта и уюта, многим очень трудно отвергнуться вот, этого всего, хорошей, обеспеченной жизни, потому что жертва, если жертву Богу, то это надо отказаться от всего этого комфорта, уюта и жить в условиях таких, ну, какие даст Господь. Ну, то есть надо... Что, давайте... Те люди, которые считают себя христианами, которые ходят в храмы, ну, считают себя верующими. Но когда их спрашивают, что есть Царствие Божие, и вообще-то твоя цель христиан, как христианина, это какая? Вот ты умрешь, и ты веришь в Царствие Божие? Так вот, зачастую мы слышим, что эти люди, которые вот ходят в храмы, говорят, что да, это нет. То есть они даже не... Они не верят. Не верят, не верят, не да. верят то, что жизнь будет жизнь вечная. Поэтому, да. соответственно, они не хотят никаких жертв приносить. Да. да они так... живут мирской жизнью. То, что ты, Катя, сказала, совершенно верно. Повинуясь вот этим. Ну, то есть, их захватила полностью плотская вот эта жизнь. Технологии, которые сегодня настолько развращают человека, которые дают ему вот это блаженство в том, что они заменяют, ну, его, по сути, труды над собой. То есть он уже не трудится, вот это, ну вот все бытовые, вот я спрашивал такой эксперимент. Вот согласились бы, например, родители детей, ну, убрать там компьютеры, какую-то другую технику и жить без нее? Конечно, нет. Даже эксперименты такие проводились в Америке. На месяц телевизор убрать и сможете, даже деньги давать за это. Никто не смог. Никто не смог остаться с этой игрушкой. Да, то есть это уже как наркомания какая-то, да. то есть своя телевизионная уже. Поэтому жертвы здесь со стороны этих людей никакой, конечно, нет. Потому что, во-первых, у них нет вот этой цели, христианской цели, важной жертвенности. Естественно, они живут такой мирской жизнью и совершают вот эти все грехи. Ну, я могу привести примеры, это, как говорится, о жертве, как говорится, немножко так, вот вы сейчас компьютер закончили, да, это, вернее, коснулись. А одна из жертв, например, утреннее вставание, то есть ты должен, как христианин, ты должен утром себя побуждать к утреннему молитвенному правилу, то есть не только молитва, а своими словами Господу вызывать. Там, встану рано, например, с раннего утра Господу вызывать, то есть, особенно книга Псалмов, очень много об этом говорится, «Предваряй рассвет, на слово твое уповай», то есть, царь Давид это знал, он рано вставал, молился, читал Слово Божие, вникал в него. То есть 118 псалом об этом все говорит, что он проявлял любовь к Слову Божьему. Это первое, что одна из жертв, то есть раннее вставание. Плюс в это включается же та же малоспание, например. Ты бывает, что допоздна где-то что-то доработаешь или там засидишься, бывают какие-то, как сказать, такие дела, которые тебе надо срочно сделать. Потому что на следующий день нельзя откладывать. Тебе приходится утром опять же вставать. То есть опять же себя переламываешь с Божьей помощью. Но это все Господь дает. Я вот, например, собственный опыт могу пересказать. Где-то вот сюда, вот, там на Урале, когда я жил, Свердловская область, город Артемовский, там районный город, вернее, село Покровское. И мне первые года, это первые месяцы, как я уверовал, было легко вставать. Я даже в 4 часа вставал, ложился часов 11-12, то есть Господь такой благодатью давал. А потом начал остывать постепенно. Вот, а потом уже начал по-разному. Вот как вот иногда человека спрашиваешь, во сколько встаешь? По-разному. То есть он бывает и в 7 встанет. Бывает, что быстренько перед работой проснулся, коротко молитву прочитал, стих Писания прочитал на скорую руку, позавтракал и бежать на работу. То есть это... Ну, то есть это уже не то совершенно. То есть у тебя нет уже личной беседы с Богом, вот это искренне, то есть в тишине, никуда не бегая, как говорится, в суете в этой. Вот. И в это тоже приходится, чтобы время-то у тебя именно было постоянно, для этого очень много. Вот. А потом, вот я потом сюда на Алтай переехал, начал жить с Игнатием Ивановичем Лапкиным. И у меня так получилось, что он, как сказать, такой
двигатель своего рода вот для нас, молодых людей, что он сам всегда четко, ясно встает 4:40, бывает, что и ночью еще встает на молитву. И от других тоже этого требует. Я сейчас в этом убедился, вот уже сколько, 9 лет с ним. И за 9 лет в этот режим я вошел, и мне уже сейчас Господь по милости своей дает. То есть я поздно ложусь, даже часа в час, вот бывает, хлеб пеку до часу, до двух. А потом 4:40 стою. То есть в течение дня нормально себя чувствую. Если, конечно, только нигде не стою. Если только где-нибудь встанешь, там начинаешь, конечно, уже заспать. А так Господь благодатью покрывает все. Вот это одно из жертв, то, что приносит. Потом апостол Павел говорит: смиряй и порабощай тело мое, дабы проповедовать другим не остаться недостойным самому именно. То есть вот таким образом. То есть пост соблюдать надо. Притом пост бывает, что ты видишь, что вот не просто пост, как у нас в православии, да, что не ешь вот это, не ешь этого, не ешь, не пей там. Да. А бывает, строгий на себя накладываешь. То есть там без ужина себя оставляешь. Там, или, например, на сутки себе накладываешь пост. Чувствуешь, что надо, потому что враг приступает, его как-то надо побеждать. То есть постом и молитвой. То есть здесь надо вооружиться сразу этим. Как говорит Слово Божие нам. То есть вот еще одна часть только жертвы, которую мы приносим. Ну и каждый день, это, вот, например, общение написано, тоже жертва угодная Богу, общение между собой. Тоже бывает, что у нас же между собой мы люди, по-человечески бывают какие-то у нас недостатки, и друг друга недопонимаем в чем-то либо, да. То есть вот здесь вот надо смиряться перед Словом Божьим. Господь говорит: да любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть мы должны любить друг друга. Хочешь ты этого, не хочешь, ты должен это вымолить у Бога, чтобы Господь тебе это дал, именно любовь к ближнему, несмотря на то, что какой бы он ни был, брат или сестра ли там. То есть и всегда идти навстречу этому. Да. Ну вот ты, Володя, сказал, что божественность, вот, а что предваряет жертвенность? Это вера. То есть любовь, мир, любовь. Да, вера, а потом молитва. Молитва, то есть без молитвы, то есть мы с Богом говорить не можем. Да. И таким образом, если человек, у него нет веры, нет молитвы, значит, нет жертвенности. Вот то, что вот еще сестра коснулась, Катя, да, благовестие. То есть это самая такая жертва, угодная Богу, потому что здесь от благовестия рождаются души человеческие. То есть Слово Божие, оно живо и действенно. То есть вера от слышания, слышание от Слова Божия. И вот здесь вот бывает, я вот по себе могу опыт так сказать, что, например, в воскресенье, мы каждое воскресенье в Барнауле уходим на благовестие. Бывает, какое-то смятение в душе наступает, то есть, как сказать, малодушие своего рода, да? Как я там выйду, там много народу, там, да. То есть, это какой-то непонятный такой ложный страх нападает, то есть, сомнение появляется, то есть, это все враг действует. А когда все-таки шагнешь, раз переступишь, особенно когда у нас несколько человек, это как-то легче все делается. Одному сложновато выходить на благовестие. В основном двое, трое, это как Господь послал по двое. Здесь тоже вот это, ты жертвуешь временем, ты мог бы там где-нибудь посидеть, почитать, даже Слово Божие просто почитать. Но ты жертвуешь, идешь в мир, как говорится, потом приходится с людьми беседовать, люди разные попадаются тебе, кто агрессивно настроен, кто хочет слушать. То есть с каждым человеком надо найти подход. Подход. Да. И все это угодно Богу, именно жертвы. Именно ты на это все это приносишь жертву для Бога, для Господа нашего любимого. Да, и вот тоже хотела сказать о жертвенности. И в первую очередь это действительно касается благовестия, потому что благовестник, он отвергает свои личные дела, сам себя и ищет того, что угодно Господу. А Господь говорит: люби ближнего, как самого себя. И благовестник, он именно им движет эта заповедь любви. Спасти душу от смерти. Написано, чтобы мы спасали обреченных на убиение. Но действительно, написано же, что никто не войдет в Царствие Божие. Через Иисуса Христа невозможно войти. И кто не будет веровать и креститься, не будет спасен. Поэтому вот здесь, в первую очередь, благовестником движет эта заповедь любви. Мне бы еще хотелось прочитать стихотворение о тружениках, которые стоят в проломе за дело Божие, в деле благовестия. Вот. Ну давай, послушаем.
Всему есть время на земле, да, верно. Для отдыха есть время, для труда, и для отдачи Господу безмерной, и для устройства своего гнезда. Восприняв это, многие стремятся в пути земном ничто не пропустить, и жизнь свою устроить здесь прекрасно, и Господу усердно послужить. Все хорошо, удобно и приятно, благословенный может быть удел, да только вот на ниве необъятной еще так много остается дел. А годы мчатся вдаль неудержимо, как хочется все главное успеть. Пусть красит седина неумолимо, пусть тесноту придется претерпеть. Исполнить велено святую волю Всевышнего, пока мы на земле, не оставлять невскошенное поле, не уходить, не остывать в труде. Начнут одолевать в пути недуги, исконный враг усилит натиск свой. Не опускайте, дорогие руки, да не прелестит вас в жизни путь иной. Не бойтесь догореть, блаженство это согреет в душу самый тяжкий час. Не думайте, что ваша песня спета, Бог на вершину сам возводит вас. Еще немного, да, совсем немного, и с Господом мы будем на земле. К Нему ведет лишь святость и дорога. Поднимем знамя истины, друзья. Конечно, и хочется что-то для себя сделать, как-то устроиться в жизни. И мы сегодня слушали на богослужении проповедь Иоанна Златоуста о том, что мы именно зацикливаемся в этой жизни земной и где-то в искушениях. Искушение нас одолевает, и не служим Господу именно потому, что мы забываем о жизни вечной, о горнем Иерусалиме, который нас ждет верных христиан. И апостол Павел говорит, что помышляйте о горнем, а не о земном. Если бы мы об этом помышляли, то, конечно, мы бы тоже были движимы этой любовью к ближнему и проявляли жертвенность. Вот. Еще есть такой гимн о благовестии. Вот. Если хотите. Я немножко прочитаю места Писания. Вот есть у 1 Петра, 4 глава, с 8 стиха. «Более всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу, без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Вот тут вот странолюбивы друг к другу, без ропота. То есть бывает, что там брат или сестра нечаянно нагрянут, а у тебя, например, там что-то не готово, или там, как сказать, мало места бывает, что там куда-то уложить. То есть без ропота должен принять, помочь. Может, даже на свое место уложить. Вот Игнатий Иванович рассказывал, где-то ездил в Москву, и там был Михаил Федорович Гордеев. И он, говорит, всегда, говорит, никому, говорит, никогда не позволял на свою кровать ложиться. А когда Игнатий Иванович приезжал, он всегда его укладывал на свое место, а сам ложился на пол. То есть вот так это, то есть он проявлял странолюбие, то есть, да, по отношению к тому, то есть уважал человека, как благовестника, проповедника православного, и так поступал к нему по отношению к нему. Он даже разделял эту долю благовестия, участвовал, получается, в служении. Ну да, потому что об этом же Господь сам сказал, что если кто холодный стакан воды подаст, именно холодной воды, чашу вернее, тот уже получит награду пророка, то есть это уже сам, кто был благовестником, участвуешь. Потому что вот сколько мы благовестия ездили в поездках по России, считаю, по зарубежом, везде. Люди, знакомые, которые нас слышали, даже которые еще не видели, они принимали нас, и как именно проповедников Божьих. То есть им за это награду Господь воздаст в вечности. Если, конечно, не ослабеет следом. То есть да, тоже вот тут усердную любовь. И тут же дальше говорит, говорит ли кто, говори как слова Божие. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. То есть вот так говорится. Проповедовать ведь можно еще одну из сильнейших, ну, скажем, сторон проповеди, это свой личный пример. Да, то есть, да, да. Если ты живешь этим, ну, как говоришь, а не словами. Да, то есть не только говори словами,
но исполняешь это все. И тогда люди вокруг тебя не увидят, что ты не просто, так сказать, ну, как некоторые священники проповедуют самбуна одно, но в жизни они совершенно другие. То да, есть, да. И тогда то получается есть... противоречие. И вот поэтому, если человек истинный вер... то есть одно из видов проповеди – это личный пример своей жизни, то люди, которые видят, действительно, это любящий человек, который поможет, он никогда не откажет, то и они захотят, может быть, последовать за ним. Место Писания – это «Поминайте наставников ваших, которые вам проповедуют Слово Божие, поддержите вере их». То есть именно как они вот… Потому что есть… Каждый человек, вот даже, вот, например, человек неверующий, да, он сразу видит в человеке, в другом, что у него искренне верит. Вот даже был пример, рассказывал Мехина, что в поезде ехали, он включил Ярла Пести, то есть этого проповедника баптистского, вот, или там пятидесятнического, я не знаю. И вот этот мужчина сидел, говорит, слушал, он говорит, вот то, что, говорит, вот этот мужчина, говорит, верующий, это я, говорит, в это верю. То есть он сразу, Господь ложит на сердце, да, что человек искренне. Меня тоже сколько это было. То есть люди сразу свидетельствуют, да. У тебя, говорит, такой твердый стержень, говорит, внутренний, говорит, такой есть. То есть это Господь дает такое. Без Господа и ничего бы не было. То есть краеугольный камень, на котором у меня основание стоит. И дай-то Бог, чтобы дальше сохранилось все у нас. То есть все искушения, все испытания в жизни. Это, конечно, очень много. Мне чем нравится благовестие, оно не дает и духовно расслабляться. То есть вот как мы в миссионерские поездки ездили, раннее вставание, там, постоянно в дороге, это жар, там прохладные ночи, то есть это беседа с людьми, все время куда-то все время бежишь, торопишься, по библиотеке книги развести, то есть, а какая-то опасность, люди разные встречаются, полицейские да. останавливаются, начинают к чему-то там придираться к нам, что вроде ваххабиты там, бородатые едут, да. то есть везде вот это, и это все дает тебе бодрость, у нас такой, как вот у нас тут брат вот Никита Колесников, он тоже говорил, что где-то я всегда такой на вооружении, как говорится, в любую минуту, в любой час готов сделать подвиг, готов духовно сделать. Знаю, да. То есть духовный подвиг, он не только заключается в благовестии, но и также и здесь мы между собой эту жертву совершаем. Да. Каждый день, то есть да. работая физически, это все побуждает к тому, чтобы человек бодрствовал, работал над собой. Вот и, как говорится, в Слове Божьем Господь говорит, претерпевший до конца спасется. То есть это все, вот, вся наша жизнь, вот это, она к этому и служит. Чтобы мы до конца были верными Господу. Да, ну вот это бодрствование, к сожалению, не хотят. Ну, не хотят люди бодрствовать. Ну, потому что цели нету. Цели нету? Цели, да. Цели нет. Потому что все, что не делайте, делайте как для Господа. То есть ради Господа. То есть, ну вот веры да. нет. Также да. касает первой любовь к Богу. Например, где мы читаем послание. Откровение, Иоанна Богослова. Именно, да, многие засыпают духовно, становятся просто верующими, ходят в церковь и думают, что этого достаточно. Они вспоминают о том, что Господь заповедал любить ближнего, как самого себя, что мы должны быть горящими светильниками, чтобы благоухание познания Христе распространялось с нами во всяком месте. Этого часто нет, и люди потом, испытывая первую любовь, засыпают и забывают о своих ближних. А чаще всего у них-то первой любви не было, то есть, потому что не было сеяния, то есть слышания Слова Божия. Вот что самое главное. Вера от слышания, слышания Слова Божия. Да, то есть, если есть, да, вера, любовь появится, рождение свыше. А так, она, большей частью верующие, особенно мы говорим, раз мы православные, а православные верят, большей частью люди это не слышат. И когда начинаешь им благовествовать, они, как говорится, слушают и дивятся этому. То есть Господь открывает им сердца. То есть тянутся к Слову Божьему. Обязательно. Ты хотела гимн какой-то, да? Да. Давай. О благовестии. Также он в первую очередь касается и жертвенности. Потому что благовестие без жертвенности быть не может. Это надо возложить на алтарь Бога. Я уже сказала, жизнь свою. И трудности бывают, которые надо преодолевать, и искушения, которые тоже надо переносить кротко и смиренно. Вот. И снова путь нелегкий и далекий, и предстоит великий труд свершать, что ждут тебя опасности, тревоги,
нетрудно наперед предугадать. Пусть не страшат суровые морозы, тебя на этом истинном пути. Через ураганы снежные заносы ты призван Слово Божие нести. Идя смиренно на передовую, ты оставляешь свой родной очаг. За эту жертву Господу живую воздаст тебе Он здесь и в небесах. Пусть не страшат суровые морозы тебя на этом истинном пути. Через ураганы снежные заносы ты призван Слово Божие нести. Все, да? Все, что-то добавить есть? Я добавлю тоже. Добавлю. Мне очень нравится стихотворение одно. К сожалению, я не знаю автора этого стихотворения. Вот. И вот я сейчас его прочитаю. Это как раз говорится то, что жертвенность всегда связана с любовью, как говорится, возлюби ближнего, как самого себя. То есть мы хотим своей душе спастись, мы даже желаем, чтобы каждый ближний, который на нашем пути встречается, он тоже, его душа спаслась. И все это делается с любовью, то есть все это сочетаем с любовью именно, что как апостол Павел говорит, что без любви я ничто. Хоть я там, как говорится, гору буду передвигать, там вера будет совершенная, знания, познания большие, все буду знать, а без любви ничто. Ее побивали камнями в прах, ее на кресте распинали, гноили в темницах и жгли на кострах, и львам на сиденье давали. Но в тайные щели, как луч золотой, как воздух, она проникала. Ей дано великое имя – любовь, она ко Христу нас призвала. То пошлость, то глупость людская стеной повсюду ей путь преграждала. Но в тайные щели, как луч золотой, как воздух, она проникала. Из мрака неволи и пепла костров сильна и прекрасно вставала. И ржавые цепи срывала с рабов, от чашского сна пробуждала. И путь на Голгофу во мраке мирском она пред людьми озаряла. И в сердце холодном, порочном людском счастливую жизнь создавала. За правду святую нетленный венец в подвалах, дворцах предлагала. И раны разбитых и сирых сердец дыханием своим врачевала. В молитвах глубоких и чистых сердцах за мир она грешной рыдала, и в селах, и в градах, в ущельях стенах людей ко Христу призывала. О, если б на миг ты оставила нас, холодных, жестоких, презренных, исчезла бы радость, и свет бы погас в сердцах наших злых и надменных. Вот есть это блаженное плачущее, одно из девяти блаженств. Вот здесь вот приводится, что в молитве глубоких и чистых сердцах за мир она грешно рыдала. То есть не только плачешь о каких-то своих грехах, да, прегрешении перед Богом, но и плачешь за других людей, которые согрешают, которые даже не познали Христа, а может, которые познали, но упали духовно. Говорится, многие потерпели кораблекрушение в вере, апостол Павел говорит, что то есть претерпевший до конца спасется. Там Римлянам 8:24 говорит апостол Павел, что мы... Это как там говорится там. То есть мы находимся, не то что мы уже спасены, а спасены в надежде. В надежде. То есть сектанты утверждают, многие различные сектанты утверждают, что мы спасены. Нет, мы спасены в надежде. То есть мы надеемся, что Господь нас примет в свои обители вечные. Да, то есть трудясь мы для Его здесь, для славы Его, для ближних наших, чтобы они тоже спаслись. Да. Здесь, конечно, говорится в первую очередь о подвиге, что нужна жертва и подвиг веры. Без этого и веры как таковой не может быть в этом стихотворении. Но ведь проповедовать можно еще каждый на своем месте. Да. Ведь не да. без этого. Да, да. И какой? Ведь, например, вот мы возьмем учителя, да, какого-то, который, сказать, учит в общеобразовательном заведении. Конечно, там это, Система. Да, запрещено, но он может находить
Лазейки. Это да. Вполне возможно. Да, Господь... Это я на своем примере просто знаю. Господь умудрит просто. Да, Господь. И это можно делать. Это можно делать. А человек, познавший радость спасения, он просто не сможет молчать. Он будет везде, всегда, где бы он ни находился, там, будет... учителя в школе, в институте. Да, и это тоже называется благовестие. Да, да. Да. Ну, особенно, конечно, самое сильное, это, конечно, своя жизнь, дела. Своя жизнь, да. Если человек увидит, что расходятся дела со словами, то есть. Ну, вот тут, уже... то есть ты где-то работаешь, да, то есть, вот, например, с детьми, если ты, у тебя есть, так сказать, возможность прославить Бога, мило, и Боже. Вот как раз все то, что здесь говорилось, это, так сказать, привести в исполнение. Ну, то есть, когда ты вот с детьми работаешь, тебе надо ему показать пример. Это значит, ты уже... То есть, рассказывая буквально обо всем, вот о космосе, то сразу можно такую проповедь совершать. Ну да, да. Тут, тут понимаете, 8... то есть, в принципе, можно взять любой предмет и... Ну как 18 псалом 1 стих говорит, что небеса проповедуют славу Божию, да. Предела хуки увещают ветер. Да. То есть все, небеса да. проповедуют славу Божию. Творение Божие, творение это Божие. Тоже это есть, величайшая да. проповедь. И вот здесь мы можем как раз... Красоты Божьего мира, да. Творца и да. художника. А ты привести веру... к размышлению детей, вот по, как раз... А Вера Кушнир не помнишь твое стихотворение? Пишется прекрасные пейзажи. Да, не я знаешь? Помню. Помнишь? Можешь рассказать? Я могу тоже рассказать. Так, сейчас. Пишутся прекрасные пейзажи вечного художника рукой. Пусть о Боге мне никто не скажет, скажет ива ночью над рекой. Скажет. Скажет звезды, скажет буйный ветер, и колосьев золотой лес, и закат в прозрачный летний вечер нам откроет дверь в страну чудес. Мир безмолвный нам о Боге скажет, скажет громом, молнией, грозой, скажет солнцем и росой, что ляжет на траву серебряной слезой. Пусть никто о Боге нам не скажет, пусть не слышен голос нам живой. Пишутся прекрасные пейзажи вечного художника рукой. То есть вот она. Да, как раз это апостол Павел, когда проповедовал в Ареопаге, в Афинах. Он как раз говорил язычникам, афинянам, что Господь никогда не оставлял этот народ, свое творение, людей, которые пребывали в тьме язычества, но посылал дожди и времена плодоносные, проповедовал о себе через свое творение. Даже многие, я знаю, людей, которые обращались от того, что не видели этот мир и понимали, что это следы нечеловеческие. Никто из людей не мог бы так создать прекрасно этот мир. Этот мир не тварен. Только Господь всесильный, могущественный мог так премудро создать. Вот вы говорили, все, Петя, закончил. Вы говорили, вот, что каждый может тем даром служить, который, например, у вас есть дар учительства для детей, да, преподавать там об звездах, там, науках. Это у вас свой. У меня вот свой, например, я часто говорю вот в роликах. Дар у меня, например, я люблю дрова колоть, там, какое-то построительство делать. И когда утром вставал, в первую очередь, всегда вот на Урале особенно, это у меня было, в первую очередь я всегда молился, чтобы Господь мне в течение дня направил туда стопы, где нужно именно засвидетельствовать Слово Божие, то есть благовестие, то есть людям возвестить о Христе. И Господь всегда давал, то есть приходил, молился об этом, чтобы Господь давал, как сказать, силу рук, быстроту, то есть чтобы люди это увидели и расположились сердцем. То есть не просто там с вольняшкой ходишь, и люди, ну, скажут, вот лентяй пришел какой. И они тебя и слушать не будут просто-напросто. А когда увидят, что вот ты, Господь тебе дает просто такое усилие, то есть ты быстро колешь, там, быстро что-то делаешь, они этому удивятся, потому что обычно человек без Бога, ему очень это сложно все себе раскачать. Да. То есть Господь наделяет тебя тоже. Вот у меня свой талант, то есть в этом отношении. Да, каждому Господь дает свой талант, да. А кому-то там один. Да, и это стоит на первом месте. Не то, что заработать там побольше денег, а на первом месте засвидетельствовать, то есть каким-то людям. Момент. То есть я выходил, просто даже колонн просто брал и даже не знал, куда идти, просто шел и все, доверяясь Богу. Ну вот у меня так же было, потому что первые шаги, так сказать, вот своей деятельности педагогической,
они были совершенно бесплатные. То есть у нас не было ни помещения, ну, не было ничего фактически, ни своих каких-то там учебных материалов, ну и вообще зарплаты. Поэтому чисто на вот таких условиях фактически. И при том, Господь давал такое и помещение, и, возможно, и людей, которые могли бы что-то приобрести, ну, так называемых спонсоров. Вот. И вот до сих пор мы существуем 30 лет. Господь, так сказать, усматривает в этом Господь свой промысел. Он не только воздает благословение, потому что он плоды вечной жизни, но и в этом же благословляет людей. Да. Вот так что. Мне бы еще хотелось тоже вернуться к заповеди любви, к любви ближнему, и в первую очередь к любви к Господу, потому что именно этим живет жертвенность, движет человеком жертвенность. Это любовь к Господу, любовь к ближнему, который так же, как и Господь, не желает смерти грешника, но чтобы обратился Божий, потому что написано, имейте те же чувства, должны мы иметь те же чувства, что и во Христе Иисусе. И он говорит, что не желает смерти грешника. И я бы хотела тоже еще спеть гимн о любви, вот, о жертвенности. Если нет драгоценного дара любви, если холодно сердце, как лед, не живешь для себя и лишь занят собой, и на подвиг души не влечет, то напрасно живешь на земле, ты мой друг, бесполезно проходят года, и молитвы твои не угодны Творцу, не угодны Ему и дела. Лишь зажженные пламенем вечной любви души тех, кто на подвиг готов, возвещают другим о Христовой крови, что смывает проказу грехов. Только в чистых сердцах пребывает Христос, вдохновляя на жертвенный труд. И они после долгих скитаний раз Слово Божье навеки войдут. Вот именно христианином, рожденным свыше, движет любовь. И я думаю так, что рожденный свыше человек просто не может молчать о Господе, не может быть не благовествовать, потому что он уже все рассматривает через призму Слова Божьего. И я помню, слушал Антония Сурожского, где он рассказывал о своем свидетельстве, обращении к Богу, как он прочитал Евангелие от Марка, его сердце коснулось Слова Божия, он понял, что Господь есть, а до этого он был атеистом. Он вышел на улицу, и он понял, что он любит всех людей. Кто бы ни встречался, он понял, что он любит всех людей. И после этого он был еще тогда школьником, где-то, может, 10-летним, 12-летним мальчиком, и всем вовремя и не вовремя говорил о Господе, о Его спасении, о Его величайшем даре любви, который Он подарил нам на Голгофе, и в школе, преподавателям, ученикам, одноклассникам, везде. Поэтому человек, рожденный свыше, не может молчать о Господе, потому что ему оставлена заповедь любви, как есть тоже замечательный гимн «Христианин, неси огонь любви святой». К сожалению, любви у нас очень мало, и она у нас скуднее. Да, даже среди священства сегодня о ней даже говорить не приходится. И я имею в виду высшие иерархии, это архиереи и так далее. Потому что там, ну, действительно, ропот там, ну, вот относительно священников, вот в нашей Екатеринбургской
Вселенской епархии, там просто. Вот что интересно в Слове Божьем, когда апостолы проповедовали, написано, некоторые, или как там, многие ли священников покорились вере. Да, покорились, то есть, да. Покорились, то есть поняли. Они, да, не были. То есть страхом Божьим, да. То есть они покорились, перед Словом Божьим просто покорились. Они поняли, что да. Иначе, если упорствовать будут, погибнут просто. Но если Христа не примут, как тот, который пришел от Бога, то есть принес за нас жертву. Что главное. Я вот еще на слова во времени, во время проповедовать апостол Павел говорит, что вот мне интересно. И вот этот стих Писания, я тоже на себе считаю, что он на мне исполнился. Я готовился к крещению, живя на Урале, 2 года. И выходил всегда при возгласе оглашенный «Зайдите». Выходил просто, и там у нас был, я в селе Покровском жил, храм у нас такой небольшой был, самого этого не было, притвора. Вот, а когда священник, отец, как он, забыл уже его, узнал одним словом, что раз вы, говорит, такие буквоеды, что по канону все решаете, говорит, выходи на улицу, там стой, говорит. Притвора-то не было. Все. А у него там такой тамбурчик есть перед храмом, то есть там можно было стоять. И я там 2 года простоял, то есть холод, жару, все это я там перестал с Божьей помощью. Когда, конечно, холодно было, немножко подпрыгивал там, чтобы ноги не замерзли. Ну, в течение часа там идет литургия, это верно. И тоже вот стих Писания это исполнился. Заходит, бывают люди поток, как обычно в московской патриархии, туда-сюда, туда-сюда. То есть за свечами, что им там надо купить, выходят. А раз я в своем селе, мне многие знают и спрашивают, Володя, а что ты тут стоишь? Я говорю, я оглашенный. А что это такое вроде? Кто это такой? Все, и начинаешь, я сразу это место Писания вспоминаю, мне бы молиться надо, потому что литургия идет. Но я понимаю, что для Бога главное, чтобы человек услышал Слово Божие. То есть, и чтобы родилась новая душа для Господа. Да. То есть, это да. Более, она, любовь вот эта превозносится над всем, что касается вот. Я всегда начинал благовествовать, рассказывать, кто такой оглашенный, почему надо подготавливаться так, что есть, что читать надо Слово Божие, согласно канонов там православных, что человек должен готовиться усердно, не просто что одна-две беседы и все. Как вот я вспоминаю брата моего Андрея Смирнягина, ролик его видел в Одноклассниках, через который я уверовал во Христа. Он тоже там на одном приходу рассказывает, там по Слову Божьему места Писания приводит, чтобы люди хотя бы, там, говорит, всего 1-2 беседы священник позволяет, и все, вроде, крещение. Это, конечно, обман все это, но он хотя бы что-то, хоть что-то дать людям. Может, кто-то, какая-то душа проснется, услышав Слово Божие. И он говорит, вот, что я, говорит, был на другом приходе, там я в ролике смотрю на его реакцию, и они говорят, мы не верим в жизнь вечную, вот, о чем мы говорили. Да. И когда он эти слова произносит, и я смотрю на его лице удивление, он видно на тех людей смотрит, и они тоже, оказывается, не верят в это. То есть пришли крещение принимать, они верят в жизнь вечную. Да, а апостол Павел говорит, мы несчастнее всех человеков, если мы в этой жизни надеемся на Христа. Несчастнее всех человеков. То есть вот это тоже, конечно, вот, что вот на слова во время, вот я вспомнил. И это очень часто бывает. То есть бывает, что ты что-то откладываешь, хотя ты должен исполнить вот это. Ну, ради спасения человеческой души ты идешь на эту жертву, то есть, как говорится, все. Да. Благовестие, все это все отвечает. Что-то еще есть? Вот там дополнить. Нет, я по служению Господа там. Вот, я бы хотела сказать о том, что ты сказала, что да, надо благовествовать вовремя и не вовремя. Вместе тоже часто. Такое побуждение на свидетельстве Христе, когда я стою на богослужении, но у нас так московская патриархия, тоже в храмах, ну, часто происходит, когда люди, женщины особенно, там, ну, видно, что неверующие заходят в храм, ставят свечку, уходят, думают, что это все нормально, все в порядке вещей. И такое побуждение подойти к ним в храме и засвидетельствовать, а с другой стороны, там бабушки будут. Ну, ругать, возмущаться, что вы там в храме разговариваете, и не знаю, как поступать. Вот, вот здесь сестра совет дать. Вот у меня такое же было побуждение, я вижу, что человек неправильно делает. Во-первых, я для себя опыт какой перенял? Я выписывал место Писания, например, Осия 4.8. Сейчас там, как там говорится, что... Вот. И выписывал, что надо именно в храме молчать, даже просто словами писал, раз мирянин нельзя в храме разговаривать. И бывали такие моменты, что человек смотришь, вот свечку поставил и выходит из храма. Даже я в этот момент знаю, что спасение души все-таки оно наиглавнейшее. Я выходил,
и человеку начинал свидетельствовать. То есть даже на это шел. Я знаю, что Господь, он знает мои намерения. Что я не так просто, что вот не захочу на службе стоять и пошел, вышел оттуда. То есть я ради этой души, которая уходит, может, когда-то ее больше в храме не увидишь. Да, совершенно есть, верно. Что в любую минуту мы подходим все, как говорится, под смерть, можем умереть в любую минуту. А да. Человек не готов, все, он прямой дорогой в ад пойдет. Это самый правильный способ. Да, а у тебя была возможность остановить эту, чтобы в эту пропасть не упал ты. В общем дело, чтобы Господу он призвал. У меня даже случай был, мы ездили с миссионерской поездкой город Осинники, это Кемеровская область. Вот я возле храма там вышел из храма, снимаю на видеокамеру обычно все везде. Вот мои братья там разговаривали со священником, на занятие его приглашали, он так и не пришел. То есть он сразу увидел, говорит, я говорит, на Игнатия Ивановича посмотрел, все, говорит, типа я все в тебе понял, говорит, типа ты меня начнешь обличать в чем-то. И не пришел. Я выхожу из храма, то снимаю на видеокамеру какой-то храм, там все плитка, все обложено, так красиво сделано. Ну, конечно, там не одна тысяча заложено денег. Смотрю, стоят две девчонки. Ну, сколько лет? По 11, они сказали, примерно им 11 лет, обоим 11-12. Вот. И разговаривают. Одна, они стоят, одна вроде в шортиках, а другая просто в брюках. И одна говорит, нам, говорит, в храм в таком виде нельзя идти. Надо, говорит, чтобы у нас длинная юбка там или платье было. А вторая, да что такое, говорит, пойдем, да и все, говорит, вон же, говорит, типа, заходят люди. Вот. И я тоже побуждение почувствовал, и начал им свидетельствовать, рассказывать, да, говорю, вот эта девочка, говорю, права, говорю, и начал благовествовать, то есть о Христе рассказал, там, смотрю, люди подошли, начали слушать тоже. Вот. И они даже заинтересовались, говорит, а где вы, говорит, служите, чтобы у нас, говорит, прийти на ваше богослужение, вроде как. Я говорю, простой мирянин, говорю, тем более, говорю, не отсюда, это нам визит куда. То есть засвидетельствовал, то есть они уже все. То есть об одеянии рассказал, начал, потом о жертве Христа, о любви к Слову Божьему. Вот и Евангелие от Иоанна 3.16, наиглавнейшее стих Писания. И вот так возлюбил Бог мир, да. Да, у меня подобный случай был в поезде, но я его рассказывал, когда мы сюда ехали. Вот. То есть женщина совершенно не знает, то есть она ходит вроде бы. Я говорю, так вот, смотрите, вы, она даже задавала такой вопрос, а как поступить вот в этой ситуации? То есть вот. Ну, то есть человек, являющийся христианином, как раз не знает вот этих основных, ну, скажем, основных знаний, что ли, христианских, учений христианского, поведения. То есть, ну, вот, элементарных вещей, да, в общем, не знает человек. То есть не научен. Да. Вот. Вот этого не хватает сегодня как раз священник, то есть он не озабочен этим совершенно ему. Ну, как наемник просто. Наемник, да, требования выполняет, вот, деньги зарабатывает, все. Там, этим заканчивается. То есть, чтобы собрать общину, чтобы вот как раз, о чем мы тут говорили, вот как Володя благовествовал, то есть остановил этих девочек, например, да, рассказал им то, что священник вообще-то является, то есть священник, по сути, должен работать священником, выполнил. То есть, вот, а он ему привел в храм, может быть, новый душ, таким образом, такой проповедь. Ну, я вот скажу о себе, вот, например, о священника заговорили. Мне три священника, будучи еще на Урале, когда жил, предлагали идти в семинары учиться. То есть, тогда мы, говорит, тебе предоставим отдельную комнату, будешь там заниматься с людьми. Я отказался. По одной причине. Я знаю, что, как говорится, там научают, там много дают знаний, но духовно, вот так вот именно, чтобы человек духовно родился, это единица может быть. Вот, Даниил Сосор, это единица просто людей, которые в семинаре вот так вот именно духовно рождаются, Слово Божие любят. В основном мы тогда ездили в Екатеринбургскую семинарию, я там ничего духовного не увидел. Вышли девушки, хором красиво спели «Волга, ну Волга», вот этот простой мирской, говорится, песня. Вот эта. Я вышел оттуда, пустота у меня просто в душе была, просто пустота, я вижу, там ничего нет. То есть мне-то это зачем? Я всегда, как говорится, старался от таких предложений, как говорится, отходить. Мне зачем? Потому что я теряю свободу во Христе. Пошел священник, говорит, идите, проповедуйте в больнице. Пошел в больницу, начал там проповедовать. Там была женщина, продавала иконки еще. Раз я проповедую Евангелие, я должен говорить всю правду, что у нас в церкви делается, то есть что правильно, что неправильно. Я людям, конечно, они задают вопросы, мне приходится отвечать, почему так, там, почему там деньги затребованы будут и так далее. То есть это все входит в пропасть, без этого никак, не обойдешься просто-напросто. Рассказал о Христе, а люди-то разные вопросы начинают задавать.
Да. И священник сразу запретил, говорит, а я тебя не благословляю в следующий раз. Я говорю, почему? Я говорю, а я вот там куда-то уезжаю, а при чем тут вы такой? Я же пойду. Нет, я не благословляю. То есть здесь он свободу Духа Святому не дает уже, препятствует. Да. Господь побуждает мне сказать Слово Божие, как вот некоторые нам священники, с братом Андреем Смелягином беседовали, четыре священника, есть аудиозапись, и они там ему говорят, ты не имеешь права, типа, на моей канонической территории благовествовать. Иди, говорит, в другое место, там благовествуй. Зачем ты на моей территории, говорит, благовествуешь? Понимаете? То есть роль Духа Святого они на себя взяли. Вот это самое страшное. То есть меня вот еду в автобусе, меня Господь побуждает Слово Божие сказать человеку. Это я должен звонить и спрашивать благословение. То есть это насколько глупо выглядит. Да, то есть вот здесь вот нужно, чтобы Господь, как Господь говорит, молитесь Господина жатвы, чтобы выслал делателей. Именно тех священников, которые духовно рождены, которые любят Слово Божие, наставляют свою пасту, которые тоже были бы благовестниками. Да. То есть это опять же все сводится к тому, что должна быть община. Да, община, без, да. Без всякого сомнения. То есть вот это вот. Сейчас очень многие ревнуют об общине, и это правильно, потому что без общины ничего нету не ничего, конечно, это захожане. То есть пришли, ушли, так сказать, таинство это. А община это уже вот как апостол Павел в 10 главе Римлян, он говорит, что если как призывать того, в которого того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего, да. И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. То есть надо, чтобы тот, который является руководителем, там священник или кто там, епископ, он должен побуждать людей к благовестию, то есть чтобы они выходили на перепутье дорог и свидетельствовали людям о Христе. Что-то дополнить, как Но я могу дополнить, что касается жертвенности, тоже снова туда вернусь. Да, вот сейчас зачитали послание к Римлянам, очень хороший стих. Действительно, нельзя уверовать без Слова Божия, без проповедника. И часто я встречаю таких людей, которые уверовали, очень много мусора в голове. Именно должна быть проповедь по Слову Божьему, чистое словесное молоко. Да. Ну и также, что касается жертвенности, благовестия, оно очень важно. В наше время уюта и комфорта. Мы сегодня вспоминали послание апостола Павла. Вспоминайте наставников ваших и подражайте вере их. И апостол Павел как раз он пишет завтра, вот, день памяти его, что он все почитал за ссор, от всего отказался ради Христа, и говорит, что умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Поэтому благовестник, он часто терпит именно нужду, может терпеть и скорби, и переживания, и голод, и неизвестно, куда Господь пошлет, в какие места, будет ли там условия какие-то для него. Но именно апостол Павел верил ему в свою жизнь и все смог. Господь он никогда не оставит и обязательно благословит тружеников и в этом, и в следующей жизни поможет. Мы часто, например, у нас в городе ходим благовестно, куда-то едем, и бывают переживания о том, будет ли там кто-нибудь слушать, есть ли там жаждущие слышать Слово Божие. Ну, часто такие переживания, а кто там примет нас? Ну, тоже, наверное, то есть иногда уныние. Даже бывает уныние находит, да, уныние. То есть ты видишь, что вроде плодов не видно, люди, как вот мы читаем в книге Деяний, да? Там проповедь Петр сказал, там уверовал 3000, 5000 уверовало, то есть людей. Да? То есть, но это все, мы же делаем во славу Божию. То есть, как Иоанн Златоуст говорит, что ты даже получишь больше награды за то, что ты ничего в этой жизни не получил от Бога. И вот что удивительно, например, часто тоже благовестнику надо жертвовать своей жизнью какими-то делами, которые необходимы. Вот я помню, в июне пригласили на благовестие там, в одну деревню. Мне надо было к защите дипломной готовиться. Такой ответственный момент. И я думаю, ну как же, я приготовлюсь, у меня совсем мало времени не спать.
когда я буду все успевать, но я все-таки доверила Богу свою жизнь, и все-таки Господь помог ее поучаствовать и благополучно окончить, и люди расположены очень. Ну, то есть вера всегда. Да, Господь помогает, никогда не оставляет это. В первую очередь, верение, доверие Богу. Апостол Павел об этом говорит, что открывайте свои желания перед Богом. И написано, желание боящихся его Господь исполняет. То есть он видит твои намерения, они служат во благо спасения душ человеческих, и он дает тебе это все. Конечно, в первую очередь для спасения нашей души личной. Ну что, на этом закончим или еще что-то есть дополнить? У нас сейчас, например, мы говорим о благовестии, людям как-то побуждаем на приходе. Священник там нас побуждает. Многие говорят, да кто меня там слушает, будет у меня дела, там огород и прочее, какие-то дела житейские. Именно нет доверия, может, не было возрождения, не знаю, потому что если человек возрожденный, он не сможет молчать. Он... Но найдет пути к благовестию, найдет время для служения Богу. Потому что пишет апостол Петр, что мы царственное священство, народ святой. Поэтому должны служить Богу именно. Ну а ты, например, Катя, тебе вопрос задам. Вот ты сюда приехала, на Алтай, говорится, и здесь вот работаешь. При кухне, то есть в детском парасанном лагере Стане. Это жертва угодная Богу, кажется, для Стана? Я думаю, в первую очередь угодная. Потому что ты же просто тут готовишь, ты же детьми в основном не занимаешь. В основном там другие братья занимаются, я там занимаюсь. В основном там у нас в основном работа какая-то физическая. Тут на кухне тут с сестрой Галиной вы в поте, говорится, в жаре в этой. Комаров, мух много. Конечно, угодная, потому что написано же в Слове Божьем, что принявший, например, благовестника, участвует в его деле служения. Я, например, молюсь о вас, чтобы вы могли правильно проповедовать детям, и чтобы они были расположены к Слову Божьему, чтобы Господь касался их душ, обращал, не переставал стучать в их детские сердца. Но иногда, конечно, возникает такое уныние, смотришь на детей и... Думаешь, может, это бесполезный труд. Ну, конечно, это, я думаю, мысли выпускает дьявол, враг рода человеческого, который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Не желает он спасения, но особенно... Да, потому что семя, она прорастает в человеческой душе, то есть она, смотря на какую почву, еще падает. Да. И бывает, что она постепенно возрастает в человеке. Должно пройти время, мы не знаем, как оно всходит, семя. Как она растет, один Господь в ее сердце. Да, то есть она когда начинает плод проявляться, когда человек, как говорится, польет слезами это семя. Да. То есть, попадает в такие условия, да, где вот ты со всех сторон, так сказать, трет. Зажат. И тогда вот я хотел сказать, что дети, которые сюда попадают, это уже Божий промысел. Да. Это уже Божий промысел. Да. Значит, они должны сюда попасть, получить какой-то плод. То есть какое-то для их вот именно спасение. Это вне всякого сомнения. Да, да. Господь так делает. Вот. Поэтому вот у меня, которые дети приехали, это 100%, что это так оно и есть. Потому что им нужно вот это. Именно та обстановка, тот распорядок, устав, который их может изменить к лучшему. Ну потому что Господь, у него написано, что где двое или трое собраны во имя Его, там я посредине. То есть Господь в основном всегда собирает, Он не развеивает в разные стороны людей, а именно собирает в общины, то есть в лагеря вот детские православные, то есть где, чтобы на учение было детей по Слову Божьему. Чистое словесное молоко, то есть должно быть. Да. Написано также сеющий или... Поливающий, да, трудись в надежде. Есть ничто, а все Бог возвращающий. Возвращающий, да. Да, то есть все Господь делает. Наше главное, говорится, сеять. То есть, чтобы в первую очередь угодить Богу в этом отношении. То есть это уже... Господь нам верил в это служение, и мы можем его понести. Это, конечно, доверие.
которое Господь верил нам, поэтому даже, может, великое приобретение того, что доверие Богу, Бога, так, Господь нам тоже доверяет. Если нечего дополнить еще, я предлагаю закончить. Если поблагодарим, так встань. Господь и Бог наш, слава Тебе, Господи наш Иисус Христос, благодарим Тебя за эту беседу вечернюю, что собрал Ты нас здесь Духом Святым, умудрил через Слово Твое, помоги, чтобы, Господи, другие люди это увидели, осознали, принесли эту жертву, Господи, в благовестие Слово Твое, в другом деле служили тем даром, который Ты каждому из нас даровал, чтобы мы служили с чистой любовью друг к другу, от чистого сердца. Сохрани, Господи, этот лагерь от нападок других, которые людей не знают Тебя, Господи. Служат врагу душ человеческих. Защити и помилуй, чтобы дети могли здесь познавать волю Твою святую, заповеди Твои святые, чтобы их души рождались для Царствия Небесного. Сохрани нас, Господи, быть верными Тебе, чтобы в терпении мы все перенесли с надеждой, с верой, с любовью к Тебе. Умножь, Господи, в нас это плоды Духа Твоего Святого. Да будет все во славу имя Твоего Святого. Тебе хвала за все, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо. Слава Христу. Христу.